Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Чем запомнится сегодняшний день? Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчек посетит Азербайджан и Армению для обсуждения Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом Лайчек заявил сегодня в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Отвечая на вопрос Москва-Баку о процессе Нагорно-Карабахского урегулирования, Лайчек заметил, что после выборов в Армении сложилась новая ситуация. Цитата. «Наша цель – помочь сопредседателям Минской группы использовать эту новую ситуацию». Похожую позицию занял и Сергей Лавров. Он отметил, что новое правительство Армении сформировано совсем недавно и потребуется дополнительное время для развития процесса урегулирования. Решения, конечно же, должны приниматься в прямом разговоре, на прямых переговорах между сторонами, подчеркнул он. В Москве сегодня прошла встреча старейшин Азербайджана и Чечни. Представители обеих общин осудили провокационные попытки посеять вражду между двумя народами. Среди старейшин присутствовали посол Азербайджана в России Палат Бюльбюль-Оглы, зампред правительства Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов, другие видные деятели из Азербайджана и Чечни. Традиционные исторические связи двух народов – это залог того, что нашу дружбу сложно разрушить, заявил посол Бюльбюль-Оглы. К сожалению, есть третьи силы, которые прикладывают усилия к этому. Мы будем противостоять этому, и это противостояние держится на воле наших руководителей, на воле наших народов. Конец цитаты. Напомним, что в Москве в конце прошлой недели произошел бытовой конфликт. Словесная перепалка в соцсетях между чеченцем и азербайджанцем переросла в оскорбление, после чего радикалы из обеих общин устроили массовую драку в кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы. В результате полиция задержала несколько десятков человек, есть пострадавшие. Эскалацию конфликта удалось остановить благодаря личному вмешательству президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Чечни Рамзана Кадырова. Спецслужбы стран СНГ рассматривают механизмы противодействия террористическим атакам с использованием беспилотников. Об этом сегодня рассказал руководитель антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков. Беспилотники, по его словам, могут представлять опасность и в населенных пунктах, и на открытой местности. Это могут быть как видеокамеры, так и самодельные устройства и взрыватели. В этой связи могут быть пересмотрены механизмы обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Эти нововведения обсуждались на встрече с участием 9 стран СНГ – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Азербайджану удалось за короткое время успешно развить транспортную инфраструктуру. Об этом заявил сегодня генеральный директор по транспорту и мобильности Европейской комиссии Хенрик Хололей. Европейский чиновник прибыл в Баку для участия в первом заседании по транспортному диалогу высокого уровня между Азербайджаном и Евросоюзом. По его словам, транспортный проект «Баку-Тбилиси-Карс» меняет ситуацию в регионе в целом. А Бакинский международный морской торговый порт обеспечивает мультимодальную транспортировку грузов между Европой и Азией. Азербайджан также обеспечивает развитие авиации и водного транспорта на Каспийском море. Очередной раунд переговоров ЕС и Азербайджана состоится в марте. Он будет посвящен развитию авиационного сотрудничества и соглашению об общем авиационном пространстве Евросоюза и Азербайджана. В Баку впервые в этом году прошел снег. Погода на территории Азербайджана резко изменилась минувшей ночью. Температура воздуха понизилась на 10 градусов. Осадки сопровождаются сильным северным ветром. Многие в Баку мечтали о снеге большую часть зимы, так что для жителей столицы сегодня небольшой праздник. Обильный снег выпал также в городе Шимахи и в Исмаилинском районе Азербайджана. Впрочем, синоптики утверждают, что первый снег окажется последним в этом году. В ближайшее время ожидается потепление. Тем не менее, жителям Баку следует проявить осторожность. Этой ночью ожидается гололед. На этом у меня все. Еще больше информации на портале moskvabaku.ru. Хороших вам новостей!